Друзья, подписчики, гости канала, с вами я, Дима, и канал Владелец Аквариум. Все, кто в теме, все, кто следит за каналом, знаете, что это такое. Это нижний ярус моей тумбы, в которой происходит размножение креветок омана. По разведению. Я считаю, что это финал опыта моего разведения креветки омана. Почему? Потому что вот в этом аквариуме, 5-литровом, смотрите, кто плавает. Видите? Это маленькая креветка омана. Их тут около 7 штук. Где-то они все прячутся. Вот одна тут на листике сидит, вон она, на череночке. В общем, ребята, я их перевел на пресную воду. Осталось их, конечно, тут немного. Тут 7-8 штучек вот в этом аквариуме. Как назло, они все куда-то просто позаныкались. Вот одна там возле синтепона сидит. Где остальные, я не знаю. В общем, опыт мой завершился. Я не могу сказать, что идеально, потому как изначально вот в соленом аквариуме здесь было их огромная туча личинок. Из-за моих некоторых ошибок они погибали. Вот. В итоге получилось вот там 10 штук и в итоге вообще 7 штучек. Но, тем не менее, у меня это получилось. Я на этом не останавливаюсь. Вот в этом малявочнике, где у меня сидят креветки с икрой оманки, неделю назад была личинка немного. И я сюда ее вот поместил. Можете увидеть. То есть процесс продолжается. Будем совершенствоваться, буду на своих ошибках учиться, буду какие-то, может быть, вести дневники, не знаю, записывать, хотя я настолько ленивый, вряд ли это буду делать. Вот. Скажу вам так, меньше нужно влазить вот в этот процесс, меньше всяких изменений, ни в коем случае не добавляйте резко воду. Вот, я когда начал опреснять, скажем так, я добавил... Нет, не опреснять, прошу прощения, а нужно было понизить соленость. Я вместо того, чтобы капельницей добавить или постепенно там как-то, я взял, просто ливанул со стакана и все. И на следующий день там половина всего поголовья просто исчезла. Касательно самого первого малька, вот, которого переводил сюда в 5-литровый. Я не знаю, честно, есть он тут, выжил или нет. Ну, нет возможности у меня его тут найти. Вот тут сейчас черики. Вот, пытаюсь вот чериков сделать, чтобы они были яркие. Я их тут селекционирую. Итак, вот еще. Сейчас я наведу резкость. Вот. Парочка вот сидит. Прячутся, в общем, они все. Не любят они сниматься в моих фильмах. В общем, ребята, вот такая история с креветками омана. Я считаю, опыт, еще раз повторюсь, он удачный, но не на 100%, потому как массово не удалось получить. Все вот эти вот добавки, Аминовита, Масура, Шримптон, я перестал добавлять их. Я Масурой вот тут подкармливаю просто неокоридинок. Они ее любят. Сюда же только Тетраселмис. Нужно контролировать Тетраселмис, чтобы он не сильно размножался. По мере его роста нужно освежать водичку. Вот. Ну и следить за
соленостью воды. Посмотрим, вот что будет с этими ребятами, как они выживут. Им тут неделя, я сейчас пока не трогал, и как видите, на воду я теперь не наливаю такой объем. Во-первых, не брызгает на крышку. У меня крышка тут была вся в тетрасиломесе зеленая. Все остается здесь. И камешек я посередине вот разместил. Вот, ребята. В общем-то, по разведению мана, как бы, это все. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пишите. Я отвечу на все ваши вопросы. Как у меня будут какие-то новые новости, я обязательно с вами об этом поделюсь. Вот. На сегодня спасибо. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. С вами был я, Дима, и канал Владелец Аквариум. Всем пока!